Центральный банк Азербайджана прогнозирует рост валового внутреннего продукта страны в текущем году на уровне 1,3%. Об этом в парламенте заявил председатель правления ЦБА Талех Кязымов на обсуждении бюджета 2024 года. В следующем году, по ожиданиям Центробанка, ВВП ускорится до 3,3%. В свою очередь, министр экономики Азербайджана Микаил Джабаров заявил, что инфляция за 9 месяцев текущего года составила 10,9%. Это соответствует задаче замедлить инфляцию до однозначного показателя. Министр экономики также сообщил, что рост зафиксирован во всех сферах ненефтяного сектора. Так, в этом году экспорт ненефтяной продукции вырос на 11%, до 2 миллиардов 700 миллионов манатов. Добавленная стоимость в ненефтяном секторе также выросла на 3%. А ВВП на душу населения в Азербайджане в январе-сентябре 2023 года составил почти 9 тысяч манатов. Главная задача – обеспечить стимулирование в экономических сферах, создающих высокую добавленную стоимость в экономике, в основном в частном секторе. Также планируется повышение эффективности работы государственных компаний. Парламент Азербайджана приступил к рассмотрению на пленарной сессии проекта бюджета республики на будущий год. Согласно документу, доходы госбюджета на 2024 год вырастут на 282,5 миллиона манатов и достигнут 34 миллиардов 173 миллионов манатов. Председатель комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили указал на вероятность того, что доходы бюджета в следующем году превысит запланированные. Оптимистичный сценарий основан на показателях исполнения бюджета на 9 месяцев текущего года. Более половины дохода государства, 50,2%, ожидается от ненефтяного сектора, где поступления вырастут к прошлому году более чем на 1 миллиард 58 миллионов манатов. В целом же за последние 5 лет ненефтяные отчисления в госбюджет Азербайджана увеличились примерно на 6 миллиардов, или на 60%. Указал Миркишили. В то же время глава парламентского комитета отметил необходимость усилить контроль за использование не только бюджетных средств, но и государственных финансов в целом.